Снятие депутатской неприкосновенности с Рады Мудряка вывело людей на улицы. Социалисты, депутаты и советники, а также сторонники ПСРМ провели протест перед парламентом, утверждая, что Мудряк стал жертвой политических репрессий. При этом в зале пленарных заседаний представители блока коммунистов-социалистов заблокировали парламентскую трибуну и заявили, что выйдут на массовые акции протеста. Если юстиция рушинуаса, НЛОКУ садучится этим парламент бандитиш, не информация, кыц банят садусы напой Республика Молдова, кыц интреприндер приватизати от садусы напой, он посейся статулу дня стравиниши, а не элементац, куништи лукру абсолют, но... Требуя чести шоу. Савиницку маскати. Депутаты-социалисты заявили, что возмущены тем, что парламентское большинство одобрило задержание или арест депутата Мудряка, несмотря на то, что последний подписал публичное заявление, обязывающее его явиться по первому требованию прокуратуры. Кари есть ролула тотаса. Сейшим энстрады депаште. Да, вам еши энстрады депаште. Кну не ласат спатью. Да, стребуяска сапила млачета тени. Чечи фачица асэс, но мешти дестабилизаря политика. Сторонники ПСРМ вышли на улицу после того, как стало известно, что генпрокурор просит лишить Раду Мудряка иммунитета. Хотим справедливости! Хотим справедливости! Десятки людей наряду с социалистами, депутатами и муниципальными советниками высказались против решения парламентского большинства лишить неприкосновенности Раду Мудряка. По их мнению, он стал жертвой политических разборок. Прокурори порнез до стар пенал, что урман чепа каута нужды че, и сингур синкалческим проприли лор декларации. Мы обвиниться с синим коллегу ностру, сену бен теми цененьки да гурили, я совем посибилитат, если вурбим лига, беспредеть сентым панкары, беспредеть смысл, когда сентым по иглуси воичим парламент. Протестующие возмущены тем, что в то время, как следствие по множеству резонансных дел топчется на месте, прокуратура преследует представителей оппозиции. Никого на сегодняшний день из тех, кто воровал аэропорты, миллиарды, те, кто бандитничал, те, кто раскулачивал государственный бюджет, никто не арестован, никого не нашли. Но зато они что делают? Чтобы отвлечь людей от проблем, от высоких цен, от отсутствия хлеба, от низких зарплат, от низких пенсий, от того, я не побоюсь этого слова, беспредела, который происходит в стране, нужно устроить шоу. Нашли Раду Мудряка. Аса, если Чембарис Требине, ну таку, принципала форса для оппозиции, ну кучей, кари офурат бани этим бюджет, ну кучей, кари офурат бани читателю. Аса, если месажу лор. Că oricine poate fi pus la pușcărie pentru o pretinsă faptă de 11 ani în urmă. Руководство партии социалистов заявило, что призовет людей на улицы, чтобы остановить преследование оппозиции.